Друзья, сегодня ночью произошло действительно историческое событие. И, дорогие украинцы, хочу всех поздравить. Наконец-то, сегодня мы в Евросоюзе. А сегодня ночью одобрили заявку на наше вступление и, собственно говоря, начался процесс интеграции Украины в Евросоюз. Что это значит? Печально, конечно, что для того, чтобы это случилось, должна была произойти война, но тем не менее, кризис какой-либо – это всегда возможности. Вот. И Украина их сообщила. И это классно. Поэтому, что это значит? Конечно же, сейчас ни Евросоюз, ни НАТО и нас не будут сильнее защищать другие армии, но это другой уровень вообще и финансовой помощи, и статус другой. И война в Украине – это одна история, а война в Евросоюзе – это совсем другая история. И это по-любому, как мне кажется, повлияет на то, что наш пиздец, который происходит в нашей стране, как можно скорее закончится. Вот, я в это очень надеюсь, я в это очень верю. Сегодня ночью прилетала, бляха, по разным городам, и в Ивано-Франковске, и в Луцке, по аэродрому. Конченые пытаются последними силами как-то повлиять на ситуацию и осуществить свой коварный план. Но я думаю, что у них ни хера не получится, потому что... Почему? Потому что они пойдут нахуй. Вот и все. Так что еще раз всех поздравляю. Надеемся, это первая хорошая, действительно важная новость за эти 2 недели, последние. Вот. Верим в лучшее, друзья, и держимся. Слава Украине!